Привет всем, с вами Леха. Сегодня буду говорить без подготовки, потому что, ну блин, готовил-готовил, скажем так, и материал, и вообще разговорную речь для вот этого вступительного ролика. Но как-то ничего не получается, поэтому без подготовки, как получится, так получится. Поэтому приветствую вас на моем новом канале. Канал называется «Семья ремесленников». На этом канале будет много всего интересного, поэтому сразу заранее подпишитесь. Обязательно не забудьте нажать на колокольчик, потому что на моем старом канале 6000 подписчиков. А когда я закидываю видео, видео просматривается буквально, ну, максимум 200 человек просматривая видео. И то практически без подписки. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Видео на этом канале будут выходить примерно 2 видео в неделю. То есть будет перезаливаться с того канала. Поэтому просьба к вам, кто на этом канале впервые, подпишитесь. Кто меня уже знает, ну, тоже подпишитесь. И потому что тот канал будет закрываться спустя примерно год, наверное. Ну, скажем так, я хочу просто, чтобы у меня были просмотры от подписчиков. От тех, кто меня подписан, тот, чтобы меня смотрел. А не так, что получается 6000 подписчиков, а 200 просмотров. Ну, как-то, ну, и я просто не знаю, то ли у меня просто как-то люди просто тупо подписываются и все. И как бы не смотрят меня, чисто подписку ставят. Ну, мне как-то это неинтересно. Мне желательно, чтобы, ну, хотя бы половина, чтобы, допустим, если уже 6000 подписчиков, то чтобы хотя бы на видео было, ну, по 3-4 тысячи просмотров. Понимаешь? И как-то видно, что меня смотрят. А так, ну, как-то неинтересно, что ли. Вот, поэтому, что хотелось бы сказать. На этом канале будет выставляться работы, скажем так, мои, не только мои. Еще не зря канал будет назван «Семья ремесленников», потому что моя жена тоже ремесленник. Она будет вам показывать, она рисует, она из бисера делает, вышивает, скульптурой занимается. Короче, много чем она занимается, так же, как и я тоже. Просто на все время не хватает. Поэтому как бы мы решили создать общий канал, чтобы и она тоже была на этом канале. Она, можно сказать, будет, как бы это правильно сказать, делать обучающие видео по рисованию. Поэтому, если кому-то интересно рисование, тоже подписывайтесь на этот же канал. Потом посмотрим, если ее будет там много просмотров у ее, может быть, создадим ее отдельный канал. Ну, пока просто как бы ради теста вот запустим такую вот систему. Вот, поэтому, скажем так, это вступительное видео, но здесь я ничего резать, шмулить не буду, просто, скажем так, снимаю для вас новых моих подписчиков, и, возможно, старых, кто-то сюда перекинется с того канала. Но в этом видео хотелось бы сказать то, что буду, как бы это сказать правильно, хотелось бы сказать вам, что вообще такое ремесленник, как это стать ремесленником, что для этого нужно. То есть будут видео такие и познавательные, и в тот же момент какие-то заказы будут делаться, тоже будут сюда вылаживаться. Блин, хочется много чего наговорить, но, блин, хочется, чтобы меньше вашего времени занять. В общем, начальное видео, это примерно штук 10, будет ознакомительное. То есть второе видео уже будет по тому, допустим, какие документы нужны ремесленнику, как стать вообще ремесленником. И вообще общий вид моего оборудования, на котором я работаю, которое нужно ремесленнику. Ну, конечно, для каждого ремесленника все по-разному, потому что один занимается там, допустим, деревообработкой, если даже взять деревообработку, то один занимается, допустим, резьбою, второй занимается бандарством, то есть какие-то бочки делает, там, кружки. Третий, как я, допустим, столярничая. Четвертый, ну, что там еще можно сказать, какие-то большие проекты делая. Вот, поэтому как бы большое направление в ремесленника, и каждому надо будет выбрать свое. Ну, это во втором видео, потому что не буду я вас загружать, это сильно долгое видео получится. То есть, вот у меня есть оборудование, я хочу тоже каждое оборудование заснять отдельное видео, чтобы вы понимали, если вы станете ремесленником, к примеру, так же, как я, что для этого нужно. Не только с бумажной части, как бы сказать, формально, или как это, блин, официально, что ли. Надо еще как бы
какое нужно оборудование. Это я все буду рассказывать в следующих видео, чтобы они не будут длинные, как бы, к примеру, взять вот эту циркулярку, что возле меня стоит, я по ней скажу, там, допустим, какой пропил, какой там ширина доски строгания, там, какие обороты, то есть все назову, характеристики, то есть какие я знаю по этому станку. Потому что у меня, допустим, если взять, вот если так взять в целом, на чем я работаю, это одна циркулярка, вторая циркулярка, фрезерный, торцовочник. Ну, торцовочник такой, как бы, ну, я его углопилом называю, потому что я его выставил в один угол, то есть я очень долго пытался найти именно вот этот золотую середину угла, чтобы запилить угол так четко, чтобы они сходились, рамка так сошлась, чтобы они, уголки были четко, аккуратненько. И мне очень-очень долго я пытался поймать этот угол, потому что в любом случае у него есть шатка, а шатка это получается, поставишь 45, чуть надавил туда, уже угол разъявленный с той стороны. Чуть сюда, уже с этой стороны. И очень трудно было. Ну, это все потом я объясню. Потом, ну, это не значит, что все это оборудование, которое я буду снимать, не значит то, что оно вам нужно. То есть я буду снимать только необходимое именно для вас, кто захочет стать ремесленником, чтобы вы знали, что вам нужно. То есть необходимое. Потому что, допустим, как его, блин, сверлильный станок, по сути, ремесленник, он нафиг не нужен. Это буквально дрель заменяет все. Ну, просто я купил сверлильный, потому что бывает, надо сверлить много отверстий, там, дырок и отверстий. В металле, допустим, или вот, допустим, коронку ставлю, чтобы мне уж эти шайбочки нарезать, натрасовывать. Дрелью просто не получится. Но без него можно обойтись. Но я по нему тоже сделаю видео. Что там еще? Что там еще? Токарный. Ну, токарный у меня самодельный, тоже хочу новый приобрести. Потом струбцины, будет тоже видео по струбцинам, это потом. То есть, ну как бы, много чего. Опять-таки этот резак, этот нехромовый резак, или как он называется. В общем, нехромовую нить заправляешь и режешь, скажем так, нити вот этой вот нехромовой. Но тоже про него скажу. То есть, все следующие видео, примерно штук 10, они будут не длинные. Но, скажем так, чтобы вам было понятно, какие инструменты нужны и что можно ими делать. То есть, ко мне скоро придут фрезы с Китая, филенчатая и профильная, и контрпрофильная. Тоже по ним я сделаю обзор, что они могут, как они делают, что они делают. То есть, это будет такой, скажем так, видеоответ китайцам, что они сделали. То есть, хорошо сделали или какая-нибудь фигня, которая нифига не работает. Буду покупать новое оборудование, тоже буду снимать ролики именно на это оборудование, потому что ремонт и оборудование. Вот у меня ляснуло, сломалось щетки, сгорели щетки на болгарке. Тоже вот, заснял, к сожалению, но времени нету. Вот, тоже как бы замена щетки, потому что щетку менял, другую ставил, ее подгонял, подтирал, чтобы она туда вошла, потому что была больше, а меньше нету, а работать надо, купить негде. Блин, вообще кошмар. Ой, я вас загружаю уже по полной программе. Поэтому будет много здесь информации всякой разной. Будет и по ремесленнику, то есть по столярным изделиям, по картинам, по металлическим всяким. То есть там будет и по мопеду тоже. По мопеду будут видео, по мотоблоку будут видео. Про пилораму тоже видео будет, тоже у меня самодельная пилорама. То есть по всяким этим вот самоделкам, какие я делал, какие я покупал, какие я доработал, переделывал. То есть те, которые у меня уже есть видео, и которые уже новые я сделаю. То есть все будет здесь. Ну, я думаю, буду снимать целую неделю, и потом, допустим, будет типа такой видеоотчет, каждое воскресенье будет на этом канале видеоотчет. Вот типа вот за неделю, что я сделал. Ну, это может быть, но я не обещаю, потому что, ну, время просто вообще не хватает. Обязательно стримы будут. Но стримы, опять-таки, вы должны понимать, что стримы я могу сделать только когда у меня будет 1000 подписчиков. Вроде, да, 1000 подписчиков, и я тогда смогу делать стримы. Поэтому, как бы, ну, блин, вроде все, что хотел сказать, так уже я вас загрузил по полной программе для первого видео. Я, если меня не остановить, я буду трепать вам целую ночь. У вас уши уже, это самое, закрутятся в трубочку, потому что меня если попрут, меня не остановить. Но, блин, надо останавливаться, знаю, что надо. Потому что, ну, что хотелось мне, я вам донес. Поэтому
Подписывайтесь, жмите на колокольчик обязательно. Каждую среда и суббота будет новое видео. Поэтому, ну, по крайней мере, я постараюсь сделать так, чтобы среда и суббота я заливал по новому видео постоянно, чтобы вы знали, что вот в эти дни выходят видео. Ну, вроде бы все. Все, больше сказать нечего. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всем пока. До встречи на моем новом канале. Все, пока. Ох, слушай, тут наснимал, блядь. Сколько? 13 минут всего.